На внеочередной сессии Одесский областной совет с третьей попытки утвердил обращение к жителям области, Кабинету министров и Верховной Раде по поводу общественно-политической ситуации в стране и области. К заявлению включили пункты о неразжигании религиозной и межнациональной вражды, а также об осуждении ввода на территорию Украины войск иностранных государств. Принятию обращения предшествовало бурное обсуждение. Ряд депутатов вносили свои поправки и предложения. В частности, депутат облсовета Алексей Гончаренко предложил внести две поправки, касающиеся того, что областной совет осуждает введение на территорию Украины иностранных войск, в том числе Российской Федерации. А также выступил с предложением не запрещать данным обращением проведение различных массовых мероприятий. Однако его предложения не были поддержаны депутатами. Считаю это часть неконституционной. Люди имеют право выходить на мирный протест, в том числе против того, что у нас происходит сегодня в стране, а именно военная агрессия. И вчера был многотысячный митинг. Что же мы призываем людей? Не выходить. Хорошо. И не говорить «нет войне». В итоге обсуждали обращение на протяжении 3 часов. После 30-минутного перерыва проект решения был доработан и принят большинством депутатов. Способствовало такому длительному обсуждению обращения постоянное вмешательство в работу общественных активистов. Если вы не выслушаете одесситов, вы одесситов не выслушаете. Не устраиваете. Не слышите одесситов. Если вы не выслушаете одесситов. Давыченко, не устраивайте провокации. Не устраивайте. Убежал. Негодяй и подонок, который призывает сжечь военные билеты и штурмовать военкоматы, когда военная агрессия на страну. Председатель администрации Николай Скорик недвухзначно дал понять, что планирует покинуть кресло губернатора. Придет новый губернатор, я передам ему полномочия и пойду заниматься партийной работой, потому что эти дни очень и очень сложные, и мне действительно очень и очень тяжело. Я как на сегодня, как действующий губернатор, хотел вас поблагодарить за поддержку. Все время, пока кипели страсти в сессионном зале, под зданием проходил митинг. В нем принимали участие сотни человек. Во время митинга пророссийски настроенные общественники начали штурмовать главный вход в администрацию. Разбили стекло. Через черный вход в здание проникли неизвестные в касках и с дубинками в руках. Они разбили еще одно стекло и сломали двери. Несколько раз во время митинга возникали потасовки. Во время одной из них пострадал человек. Позже появилась информация о том, что здание заминировано. Дарья Сидоровская, Алексей Чиповский, Думская ТВ.